Всем добрый вечер. Предлагаю вашему вниманию серии марок «Третий рейх», Венская весенняя ярмарка 1941 года. Чистый с клеем. Серия в обращении с 8.03.1941 по 31.12.1942 года. На своем канале я не только продаю предметы коллекционирования, но и рассказываю исторические факты. Описание серии. Три пфеннинга номинал. Вот. Номинал три пфеннинга. Вот поближе. Статуя танцовщицы. Аллегорическая фигура, отражающая дух ярмарки. Показываю с обратной стороны. Клей. Марка чистая с клеем. Следующая марка номинал 6 пфеннингов. Выставочный зал Вене и герб Вены. На правом крыле орла изображена символика ярмарки. Тоже чистая с клеем. Дальше марка номинал 12 пфеннингов. Бургтеатр. Придворный театр в Венском Хофбурге. Тоже чистая с клеем. Серия еще напоминает 1941 года. Период Третий рейх. 25 пфеннингов номинал. Статуя принца Евгения в городе Вене. Данная статуя стоит на площади героев Хельденплац в городе Вене. Тоже смотрим. Марочка с чистой склеем. Такая серия. 4 марки. Чистый склеем. Рекомендуем в коллекцию. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Всем удачных торгов на моих аукционах. Спасибо за внимание.